Здравствуйте! О погоде в стране на 26 ноября расскажу вам я, Инесса Назарова. На севере и в центральной части Казахстана предстоящий день, согласно прогнозам синоптиков, будет преимущественно пасмурным и морозным. Местами осадки в виде снега. Днем 0, минус 16 градусов, ночью от минус 11 до минус 23 градусов. В Кокшетау небольшой снег, минус 9 градусов в полдень, ночью на термометрах минус 18 градусов. В Костанае малооблачно и по-зимнему холодно. Минус 16 градусов днем, ночью минус 23 на термометрах. В Петропавловске пасмурно, ожидается небольшой снег. Температура воздуха днем минус 11 градусов, минус 18 градусов ночью. В Павлодаре пасмурно, небольшой мокрый снег. Столбики термометров днем достигнут отметки плюс 2 градуса, ночью минус 11 градусов на термометрах. В Караганде пасмурно, небольшой снег, 0 градусов в разгар дня, ночью термометры покажут минус 12 градусов. На западе Казахстана переменная облачность без осадков. В Актобе переменная облачность, днем температура воздуха минус 13 градусов, минус 15 градусов на термометрах ночью. В Уральске ясно, в дневное время термометры покажут минус 4 градуса, ночью 9 градусов ниже 0. В Атырау переменная облачность, в разгар дня температура воздуха 0 градусов, минус 3 градуса ночью. В Актау пасмурно, плюс 6 градусов в полдень, ночью температура воздуха 3 градуса тепла. В южных регионах страны в этот день на большей части ожидается пасмурная и нестабильная погода. Осадки в виде дождя и снега. Днем воздух прогреется местами до 5-12 градусов тепла, ночью от минус 2 до минус 7 градусов. В Туркестане переменная облачность, дождь, максимальная температура воздуха днем плюс 8 градусов, ночью минус 4 на термометрах. В Кызыларде переменная облачность, днем температура воздуха минус 3 градуса, ночью минус 7 градусов. В Шымкенте пасмурно, снег с дождем. В полдень воздух прогреется до 12 градусов тепла, ночью 5 градусов ниже 0. В Таразе также пасмурно, осадки в виде дождя и снега, плюс 5 градусов в разгар дня, ночью температура воздуха минус 4 градуса. В Талдыкургане будет пасмурно, ожидается снег с дождем, днем температура воздуха плюс 6 градусов, ночью минус 2 градуса. В Восточном Казахстане день будет пасмурным, местами пройдет снег. В Усть-Каменогорске ожидается снег с дождем, днем температура воздуха 4 градуса тепла, ночью минус 5 на термометрах. В Семее также пасмурно, осадки в виде дождя и снега. В разгар дня температура воздуха плюс 3 градуса, ночью минус 6 на термометрах. В Алматы в предстоящий день ожидается переменная облачность, сильный снег с дождем. В полдень температура воздуха плюс 4 градуса, ночью минус 2 градуса. Жителей и гостей столицы в этот день ожидает переменная облачность. Выпадет небольшой мокрый снег. Температура воздуха минус 1 градус днем, минус 15 градусов ночью. Метеослужба телеканала «Хабар» желает вам хорошей погоды и крепкого здоровья. Вакцинация от коронавируса поможет защитить себя и своих близких. Более 9 миллионов жителей Казахстана пользуются природным газом. Уровень газификации в стране составляет 53%. Газификация Казахстана к 2030 году – стратегический приоритет. Все больше владельцев жилых домов, промышленных предприятий, бюджетных организаций, теплоэнергетических и коммунальных компаний переходят на природный газ. Преимущества природного газа – повышенная энергоэффективность и экологичность. 4 этапа подключения газа в жилые дома и объекты. Получение технических условий на газоснабжение объекта у субъекта естественных монополий, монтажные работы по прокладке газопровода, установке труб и оборудования, сдача в эксплуатацию и приемка системы газоснабжения объекта. И заключительный этап – пуск газа. 70% стоимости тарифа на газ приходится на его покупку. Каждый потребитель имеет право не только получать качественную услугу, но и влиять на изменение тарифа.